Добрый день, дорогие друзья! Нам всем очень радостно видеть такую большую семью на празднике Виктора Васильевича. Сегодня у него полувековой юбилей. Как говорят люди мудрые, время учебы закончилось. Наступает время серьезных свершений, начинается время, когда можно будет использовать все то, чему уже успела научить жизнь. И мы надеемся сегодня вместе с вами, дорогие наши гости, поговорить о нашем юбиляре, вспомнить его золотые страницы, начиная, может быть, со школьной скамьи, поговорить о родителях, поговорить вообще о большой семье, о тех традициях, которые закладывались с детства, поговорить о детях, о подрастающем поколении, поговорить о работе, поговорить о праздниках, которые принято отмечать в вашей семье. И я думаю, каждый гость, который сегодня будет подниматься и что-то говорить в адрес Виктора Васильевича, наверняка вспомнит какие-то фрагменты, которые связывают ваши жизни. Друзья, меня зовут Виктор Баринов, я сегодня веду наше торжество. Моя прекрасная ассистентка, певица Светлана, наши операторы Дмитрий и Екатерина. Поэтому по всем вопросам, которые будут возникать, пожалуйста, просим к нам обращаться. Я хотел бы сделать небольшой анонс, пока вам разливают напитки. В первой части нашего торжества, я думаю, что мы все-таки дадим возможность раскрыть яркую личность Виктора Васильевича. Посмотрим слайд-шоу приготовленное, поговорим все вместе о нем интерактивно. Я думаю, каждому мы дадим такую возможность высказать свое небольшое мнение по поводу нашего юбиляра. Во второй части торжества каждый из вас, кто захочет, получит возможность поздравить лично и персонально. Мы будем проводить конкурсы. Призы приготовлены, призы у нас есть, поэтому каждый участник конкурса получит памятный приз. Ну и я призываю вас сегодня на торжестве петь, танцевать, веселиться и чувствовать себя как дома. Итак, друзья, мы начинаем наше торжество. Я хотел бы открыть это торжество простыми словами. Вы знаете, можно было бы зачитать какие-то стихи, можно было бы выучить какую-нибудь заумную фразу, но у нас, в нашей стране, есть очень простые слова, которые можно начать любое торжество. Друзья, давайте выпьем за наше здоровье. Пускай мы все будем здоровы, пускай будет здоров наш юбиляр, пускай будут здоровы все его близкие, пускай будут здоровы его деды, дети, за ваше общее здоровье. Ура! Ура! Да будет день рождения сочным, ярким, не зря гласит народная молва, что украшают торжество подарки и самые душевные слова. Друзья, я хотел бы сейчас, чтобы мы с вами, пока вы угощаетесь, поближе познакомились с нашим замечательным юбиляром. Я когда читал его биографию, мне очень понравилось, что Виктор Васильевич всегда занимал активную позицию, всегда старался не оставаться в тени. Поэтому давайте заглянем на нашего юбиляра от первой до последней буквы нашего алфавита. Вот кто мне скажет, что можно сказать про Виктора Васильевича на букву А нашего русского алфавита? Что он за человек на эту букву? Активный. Прекрасно. Аккуратный. Авторитетный. Аккуратный. Прекрасно. Видите? Аппетитный. А жена-то как сразу заулыбалась, а? Она даже не знала, что так женщины будут говорить. Прекрасно, друзья. Вот давайте в таком же духе и продолжим. Буква Б. Что про букву, на букву Б скажем про Виктора Васильевича?